Добрый вечер, дамы и господа! С Новым годом, Рождеством! Сегодня старый Новый год! И это матч Евролиги. ЦСКА, Жальгирис, в студию паркет Евгений Седых и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Адалина Сотникова. Привет, Адалина. Как дела? Отлично. Настроение прям предновогоднее. Ну, согласен. Старый же Новый год, настоящий Новый год. Как отмечала? Где? Настоящий Новый год отметила в кругу семьи. Скромно, тихо. Боль курантов, желание, как обычно, написать на записочке, сжечь, бросить шампанское, выпить и просто в кругу семьи. Выпить. Вот честно, смесь. Я не пила. Я пила детское просто, шампанское. Я просто подошла и съела просто туда сразу. Надо было сразу просто сжечь и сразу в рот туда. Я думал, кстати, ты на льду отметишь Новый год. Ну, типа... Мне что, больше делать? Ничего. Интересно, блядь, за мячом, за... играми, как они владеют мячом, потому что я так, например, не владею мячом, я так не умею. Мне, чтобы сделать какой-нибудь кружочек, наверное, не знаю, что нужно сделать для этого. Кружочек? Это сейчас Адалина показала переводы под ногой. Кружочек. Ну что ж, кружочек. Хорошо. Ну простите, я не знаю ваших терминов. Кружочек. Я, кстати, может, так буду в репортажах теперь использовать? Майк Джеймс, кружочек. Вы скажите, что это? Адалина Сотникова сказала кружочек, и теперь будет кружочек. Самый высокий человек, который, как ты думаешь, сегодня выйдет на паркет? Какого роста? Самый высокий? Да, самый высокий. 2,20. Господа, мы возвращаемся в эфир. Кто здесь? Привет, ребята. Привет. Кто-то... О, Женя, привет. И ты здесь. Так приятно сказать, что ты баллотируешься в муниципальные депутаты. Какая у тебя программа? Рассказывай. Программа... Пока что про баскетбол. Естественно. Научим всех играть в баскетбол. Дорогие друзья, Владимир Маркони, ведущий. Даже не знаю, что еще можно сказать. Актер, продюсер, сценарист. Легенда ледникового периода. Во-первых, вы только что видели. Расскажи нам про ледниковый период. Это было фантастически странно, сложно. Я не привык к видам спорта, где не нужно ударять мячом о паркет. Для меня это казалось... Ну, то есть любой спорт, где не нужно ударять мячом руками о паркет, он автоматически отвратителен. Ну, будем честны. Ну, да. Что это за спорт? Ни о чем. Просто трата времени в холостую и здоровье. Но тут, когда замаячила возможность покататься на... На Первом канале. Раз. И пообжиматься с партнершами. 16 подборов в нападении. Это, ну, ты представь, на чужом щите забрал больше, чем вся команда вообще. А он один столько взял. Хотя, по большому счету, у него средняя статистика. Данные, ну, для баскетболиста 2.47. Нет, ну, 2, как 2, бы 15, ерунда. 2.15. Как бы подошел, взял, обокрал. И знаешь, что еще полезно в игре Николы? Он выходит на площадку с тремя баскетбольными мячами. И подбирает два из них. Пока другие гоняют там. Один по футболке, и пока ребята бегают на другой половине, да, он быстренько успевает. А кто выиграет Евролигу? А, здесь у меня не ЦСКА написано. Так, ну тогда, ребята, Индиана. Так как здесь много снайперов, и люди меня слышат, конечно же, ЦСКА. Но я говорю это искренне, потому что я за них болею. А мы видим. Да. Мы видим. По моему костюму. Да, во-первых. У нас армейцы выходят, нашей спиной армейцы выходят. Лучшие! Женя, извини. Лучшие! Лучшие! Вот так. Так вот. Не докричал немножко. Номер один. Жалко, не мы тебе покажем титры. Да. А ты должен будешь угадать, что эти титры обозначают. Ну, перевези. Обычный перевод. Google перевод. Google перевод. Все легко, да. Да, если легко, зачем играть? Но там. Лучше есть... армрестлинг, давай. Ну хорошо, я готов. Жинсняй. Ну слушай, это модный иностранный югославский деним. Который звучит как джинсы, а на литовском это джинчайсь. Как думаете, что джинчайс? Это? Пишите в комментариях. Паразанга. Мне кажется... Пражанга. Паражанга. Просто да. Пражанга. Это поражение. То есть литовская команда уже как бы... Есть такое понятие... не предугадала сегодня на исход. Поражение. Что делают? Игра. Нет, ну на поражение, когда могут прям... Фол. Да, правильно. Угадал. Пораженга это фол. Пораженга это фол. Пораженга это фол. Ребят, ну, вот у вас вот было термины. Много времени придумать это. Я обращаюсь к литовцам. Свойсы. Они посидели, поломали голову. Легенда рэпа. Карандаш. Денис, привет. Привет, привет. Постоянно на баскетбольном паркете можно тебя увидеть. Постоянно во всех матчах. Там чуть-чуть матч селебрити. К-
карандаш там. Да, я люблю играть в баскетбол. Меня часто зовут и с удовольствием это делаю. Очень хотелось бы уже это делать на уровне, чтобы когда распечатывают таблицу с данными, хочется уже видеть себя на верхней строчке MVP, но не всегда это получается, но мы стремимся к этому. Обложка альбома чуть-чуть отдает такая... Есть отсылка к одному очень известному баскетбольному фильму 96-го года. Знаешь ли ты, на что это похоже? Да, конечно, на Looney Tunes и на Tunes Squad. На Space Jam. Space Jam, там как раз и была Tunes, у них же называлась да, Tunes Squad. Да, Tunes Squad. Да, ты специально так сделал, да? Ну, конечно, круто. Конечно. Это... Я просто думал, знаешь, это сделал, ты такой, пойдет. И знаешь, как бы так... Нет, так не бывает. Ну, мало ли. Там много всего в альбоме, в обложке заложено, поэтому это, на самом деле можно декодить и декодить. Ты сделал два альбома сразу. Я записываю по 30, по 40 песен в один присест, поэтому у меня, как правило, альбом – это лучшие треки за сессию. И вот, выходит, например, 15 треков, и еще 20 остается... Ну, я не знаю, потом они перерабатываются, становятся новыми, либо остаются так в архивах и пишутся новые, потому что, ну, рэп, ну, что там делать, ребят? Евгений Седых, легенда рэпа, Карандаш, всем большое спасибо, увидимся. Всем пока.